В этом году еще 3 общеобразовательных учреждения городского округа Люберцы присоединились к проекту «Точка роста». Это специальные центры естественно-научной и технологической направленности, которые создают на базе школ и гимназий в селах и малых городах. Наша съемочная группа увидела, как в таких объектах организован учебный процесс. Новое здание, новые методы обучения. Второй корпус Малаховской 48-й школы распахнул свои двери в сентябре прошлого года. Общеобразовательное учреждение не только кардинально сменило облик, но и перестроило учебный процесс. Это стало возможным благодаря проекту «Точка роста». В нашей школе «Точка роста» функционирует с 1 сентября 2021 года. Только в этом учебном году мы начинаем с этим работать. Но, если честно, нашим учителям очень понравилось, потому что современное оборудование, современные мебель, техника – это не просто образование, это не просто учеба, это учеба с интересом. В школе действует естественно-научный профиль. Под точку роста адаптированы кабинеты физики, химии и биологии. Эти предметы изучают не только на занятиях, предусмотренных в расписании, но и во время внеурочной деятельности. Здесь все создано для того, чтобы можно как бы проводить учебный процесс по современным технологиям, требованиям, чтобы именно детям передавать те знания, которые будут востребованы в жизни. По такому же принципу работают 47-я школа в Малаховке и 18-я гимназия в поселке Томилино. А первый подобный центр образования появился в городском округе в 2019 году на базе Токаревской сельской школы. Луиза Эгиазарян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.